В Люберцах в этом году планируют приступить к строительству надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Его возведут на участке между платформой Ухтомская и станцией Люберцы-1. О ходе реализации проекта узнали мои коллеги. Здесь мы эту улицу перекроем, сделаем пешеходной для безопасности граждан. В гараж будет заезд только вот по этому проезду. На месте, где построят надземный пешеходный переход, исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Волков провел выездное совещание. В нем приняли участие сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения, представители РЖД и административно-пассажирской инспекции. В этом году начнется строительство нового пешеходного перехода через железную дорогу. Он очень востребован, так как проектная организация при самом выборе места и в моменте проектирования считала количество людей, которые проходят здесь. В среднем порядка 100 человек в час проходит по этому отрезку железной дороги. На участке от платформы Ухтомская до станции Люберцы-1 три основные народные тропы. В неустановленных местах люди переходят через железную дорогу десятилетиями. Только с начала года на железнодорожных путях в округе погибли 13 человек. Сломанные местными жителями ограждения работники РЖД восстанавливают еженедельно. Но свой привычный маршрут люди менять не готовы. Данное место, оно очень интенсивное. Сейчас провели работы по обрешетки, заварки забора со стороны третьего главного пути. Сейчас закрываем со стороны главного пути профлистом. Усилим далее уже металлическим каркасом, дабы постараться, чтобы простоял этот забор чуть побольше. Делаем, опять же, это в рамках того, что будет строиться надземный пешеходный переход. В настоящий момент проектная документация проходит экспертизу. Затем подрядная организация, которая выиграет конкурс на проведение строительных работ, приступит к реализации проекта. Преимущество этого пешеходного перехода над теми, которые делались ранее, это лифт, это остекление стеклом триплекс, вандалоустойчивым. То есть даже если что-то, какие-то нехорошие вандалы нарисуют, все это будет легко смыто. И это привлекательный архитектурный вид, современный. Надземный пешеходный переход в Люберцах планируют построить в течение 2 лет. Его строительство администрация округа взяла под контроль. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.